Тренер Екатерина Панченко. Повторю, что весь прошлый олимпийский сезон Алия тренировалась вместе с Екатериной Панченко в Новогорске. Ее программу курировала Ирина Александровна, что помогло ей очень уверенно выступить на Олимпиаде. Кстати сказать, вот в случае со скакалкой у Алии Юсуповой, такой высокой стройной гимнастки, как раз невыигрышное положение, потому что ей сложно прыгать. Ей гораздо было более удобно катать мяч, она гибкая. А вот такая длинноногая гимнастка справляется с прыжками, конечно, это стоит больших усилий. Но, тем не менее, такова международная программа, и все гимнастки делают. Допустила ошибку Алия. Но вот, возможно, вы видите, что по сравнению с Алининой скакалкой, она менее динамичная. Это как раз говорит о том, что... Вы говорите о предмете? Да, о высоком, о высокой гимнастке, о ее длинных рычагах. Хотя Вере Сессиной при этом же росте удается более динамично двигаться. Вы увидите это еще сегодня. Эффектная концовка. Яркая, талантливая. Алия Юсупова, Казахстан. И стремительно прогрессирующая. Бог дал, значит, обязана отработать. Сейчас мы вам озвучим оценку, которую получила Алия Юсупова. Она составляет 17,1 балла.